Что расскажешь? О, я знаю. Не возьмешь эту кроху с собой? Прах призрачной медузы. Этот бедняк заслуживает какого-нибудь... кого-нибудь храбрее меня. А духи к тебе благосклонны. Малыш будет рад твоему обществу, полагаю. Была рада встрече. О, если вдруг встретишь в замке грозовой завесы маленьких куколок, передай им пару слов, хорошо? Скажи им, что я их люблю. И, невзирая на свое малодушие, скоро к ним присоединюсь. Я со временем стала хорошо понимать, что значит боль. Держи куколок на память, если у меня такой айтем. Что это? Подарок? От моих солдат? О, ничего себе. Но почему? Все они верили в меня. Все они полагали, что из меня выйдет толк. Из меня, которая ни на что не пригодна. Наверное, я отправлюсь в крепость. Может быть, там я обрету смысл жизни. Я не успел прочитать, что за крепость. А, наверное, в крепость круглого стола, все понятно. То есть теперь новый небесь нарисуется в крепости. Ну, ладно. Ладно. Уже ближе к делу. Этот парень, я полагаю, тоже промолчит. А вот девочка, которая сюда отправилась. Здравствуй. Рада снова тебя видеть. Меня зовут Родерика. Извини, что не сразу представилась. Великолепное зрелище, не правда ли? Крепость круглого стола. Тайная резиденция двух пальцев. Место встречи героев, соперничающих за власть над Элденом. Вот уж не думала, что нас, погасших, опекают столь влиятельные сущности. Но, по правде говоря, все это как-то чересчур. Я по-прежнему ищу свое предназначение. И еще, я хочу отблагодарить тебя за тот подарок от моих солдат. Я раскисла от жалости к себе и подвела их множество раз. Спасибо тебе. Прошу, прими это. Золотое семечко. Огонь. По правде говоря, все это как-то чересчур. Я по-прежнему ищу свое предназначение. Понятно все. Она начала повторяться.